каждый день проводится мониторинг подъема воды в речке Десна. Мы видим, что за последние дни вода поднималась в субботу на 6 сантиметров, в воскресенье на 9, в понедельник на 7. Только что пришло сообщение с гидромедцентра, уровень воды за эти сутки поднялся на 6 сантиметров, и сейчас уровень, в общем, составляет 548 сантиметров. Запас до выхода на заплавы 132 сантиметра. Специалистам ведел испытания надзвичайных ситуаций и районными радами в течение всей недели, включительно выходные дни, были рейды по домам, которые могут подтапливаться. Всем жителям этих домов даны вказюки, памятки, которые мы разработали, как вести по поводу повени, взяты телефоны на случай надзвичайной ситуации. Самое главное, это мы выяснили, сколько людей есть инвалидов, где проживают дети. И самое главное, информация, сколько людей потребует временного отселения на период повени. Это получается 722 человека.